Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, сегодня у нас битва замков, усаживайся, елки-палки, поудобнее, накладывай себе покушать, желательно пельмешек, чаечка, кофеечка, не знаю, пиши в комментариях, что ты обычно хомячишь, когда смотришь мои видосы, не забудь поставить свой княжеский лайк, и главное подписаться и колокольчик пробить-то, чтобы все было хорошо. Сегодня мы будем заниматься прокачкой реликвий, и, конечно же, мы будем заниматься прокачкой реликвий не для... эпические герои, я не знаю, как это еще более эпично сказать. Нет, мы будем сегодня прокачивать простых героев, точнее даже одного, ну и на остатки уже покачаем остальных, опять же, если хватит ресурсов. Сегодня просто хочется посмотреть что-то, как получится, да, вот, как вы знаете, теперь можно, ну, любому герою, вот, к примеру, мастер рун, сюда заходишь, да, и, как бы, можно это все дело улучшать. Надо мне как-то будет посидеть, поковыряться, то есть, грубо говоря, за бесплатно это все поделать, хотя здесь, конечно, ради 5-7 единиц силы это лень все делать, но, тем не менее, потом требуются повторки. А сколько у меня вот этих вот новых ресурсов, друзья, сейчас я вам скажу, 1000. Мы посмотрим, сколько потребуется этих камушков, чтобы прокачать реликвию на максимум, да, к примеру, для какой-то Фреи. Вот, хватит ли нам вообще этих камушков или нет? И где они вообще у меня находятся? Где-то они у меня есть, у меня больше 1000, потому что какое-то количество я купил, и около 1000, грубо говоря, мне дали за то, что я там донатил на этого секача, на сепара, короче, этого. Так, ёптую, я их что-то даже не вижу. Ваши подарки. Где эти ресурсы? Может, я долблюсь немножко? Ну, что-то, вот, не знаю, ты видишь что-то? Я нет. А оно же где-то есть? Но его нету. Будет отдельное видео, наверное, по прокачке... непосредственно, ребята, силы. Мы, конечно, и сейчас силу поднимем немножко, но, тем не менее, будет. А это у нас пакет престижа. А сколько отсюда падает? 10 000, окей. А отсюда сколько падает? 200. Ну, допустим. А, вот они, 1146. Короче, в самом конце 1146 этой лабутни. Ну, и касаемо героев, ну, кого из нужных там основных героев мы можем прокачать. Это у нас будет, к примеру, ну, кого много. Ну, вот из последних, соответственно, конечно же, никого в большом количестве у нас нету. У нас есть Феникс 8, но я думаю, не хватит. Командоры 10. Вот у нас есть Фрея. 21 повторки вроде бы должно хватить. На самом деле это хорошо, что теперь повторки будут не просто так лежать на складе. Ну вот. Единственное, конечно, плохо то, что есть поговорка «знал бы прикуп, жил бы в Сочи», потому что зачастую возникали ситуации, ну, по крайней мере, ситуации на аккаунтах, на которые иногда хотя бы кто-то донатит, да, и когда у тебя есть зефирик, у тебя там выбор между, там, не знаю, какими-то кулачками, к примеру, и зефириком, ты выбираешь кулачки, потому что у тебя, ну, как бы у меня есть зефирик, он уже на максимум прокачан и так далее, зачем мне эти повторки? Ну, вот я так делал. Теперь, по сути, буду кусать локти, потому что, как вы видите, повторок-то толком никаких, грубо говоря, нету. Ладно, пошли качать Фрею. 1146 у меня этих камушков, сука, молоточков, не знаю. Где-то у меня эта Фрея стоит. Так, вот она. Заходим, считай нулевой, да? Силы у меня 175 967. Ну, грубо говоря, 176 тысяч силы. Посмотрим, сколько мне добавится силы за максималку. Еще там Андрюха смотрел, мы с ним вчера там разговаривали. Он говорил, что пришли к выводу, что требуется вроде меньше повторок. Ну, каких-то... Ну, короче, в два раза дешевле стоит роллинг, как я понимаю. И в два раза дешевле там тебе потребляется ресурсов на прокачку этого говна. Ну, давай. Так, улучшить. Плюс 5 силы, плюс 7. Так, тут у нас идет повторка. Это у нас первая повторка. Ну, смотри, этих молоточков на самом деле, ну, поначалу мало идет. 5 единиц. Уже 10 единиц, 15 единиц, 20. Ну, хотя бы, знаешь, оно в два раза не увеличивается каждый раз. И на этом спасибо. Так, и у нас уже на 10... А, это у нас даже получается 10 уровень.
уже у нас открываются дополнительные, скажем так, я не знаю, как это назвать, сука, забыл. Ну, сами понимаете. Статы. И у нас тут как бы все грустно, у меня с самоцветами все грустно, потому сейчас ролить не буду. Но даже если просто у вас на каком-то герое это открывается, то, ну, все равно это реально неплохой бонус, ребята. Это реально хороший бонус, даже если здесь просто стандартные значения. Но мы не останавливаемся, мы летим дальше. И, в принципе, я вам скажу, что не так уж и много этих молоточков уходит. Потому что я специально до этого видоса не заходил, не смотрел там, не проверял ничего. И как бы и все норм. А, подожди, а это на какой уровень-то? Я думал, тут 20 уровень только. Нет. Я уже такой, знаешь... Ага, смотри, сейчас, да, мы даже на максимум не сможем прокачать. Мы даже на максимум... А, все! Все, они закончили, сука, какой максимальный уровень? 50-й. Это 300 тысяч здоровья плюсом и 10 тысяч к атаке. 70... Еще раз, подожди, 50-й, да? 50-й. Я-то думал, сейчас мне еще что-то хватит, я там других каких-то попрокачиваю. Нет, нет. Как бы, нифига. И тут ты начинаешь задаваться вопросом. Ёлки-палки. Типа, есть ли смысл там брать какого-то сразу героя на максимум прокачивать? Или нет? Типа, лучше там, ну, побольшего, ну, лучше большее количество героев прокачать там на 10-й уровень, да? Вот, или до открытия, скажем так, вот этих вот статов. Ну да, по сути, выгоднее прокачать всех до открытия доп созвездий, да? И как бы уже потом там всех прокачивать. Потому что, ну все, типа, у меня, грубо говоря, баста. Я как бы, сколько у меня силы прибавилось? 176 вроде было, сейчас 177, 280, ну примерно ровно 1000 где-то, чуть больше 1000 силы добавилось. Но это грустно. Это я вам скажу, ребята, что-то как-то грустно. Ну подожди. У нас же есть эти. Я еще сегодня не помню, вроде не катал, да? А здесь у меня даже лимита нету. А здесь у меня 14 тысяч. Вот на 14 тысяч закупаюсь, итого у меня 36. Ну, как бы, да. С одной стороны, ты такой думаешь, ой, божечки-то, как классно. Теперь можно камни пламени покупать. Но с другой стороны, я еще хер знает, сколько мне игру фармить, чтобы добраться до того, чтобы покупать вот эти вот камни пламени. Хотя в плане силы, если в плане прибавки силы, конечно, выгоднее, наверное, камни пламени покупать. Ну, как мне кажется. Ну, тут уже решайте сами. Вообще хорошо бы было подсчитать, сколько этих рудиментов надо. Чтобы, к примеру, если есть у кого-то инфа, там какие-то графики, не знаю, напишите в комментариях, я закреплю ваш комментарий, чтобы другие ребята видели. Интересно, сколько потребуется этих рудиментов, чтобы, к примеру, прокачать героя на максимум. И тогда можно уже будет посчитать, сколько нужно, скажем так, этого престижа. И примерно можно посчитать будет, сколько этих рудиментов надо будет на всех героев. Ну, теоретически. Все равно ты всех героев прокачать не сможешь, потому что у тебя повторок не будет. Но, тем не менее, мы сможем понять глубину задницы, в которую мы влезем, чтобы вот это вот все раскачать. Единственное, конечно, я вам скажу, что. Я уже забыл, что я хотел сказать. Но на самом деле это нормально. С одной стороны, потому что, ну, было бы глупо, если бы сейчас все за 5 дней взяли бы, прокачали бы это все, всех героев на максимум, и забыли бы. Согласитесь, это тоже было бы... Ой, это было бы неправильно. Да, сегодня мне надо заново эту фигню фармить. Очень ждите еще сегодня выпуск про пельмени, там мне есть что рассказать. Завтра постараюсь выпустить видос про то, как я буду прокачивать силу. Потому что надо допа прокачать одного. Потому что что-то мне подсказывает, что в ближайшее время у меня какого-то нового героя не появится на аккаунте. Хотя добыча пирата вот просто... Вот, кстати,
Что у нас тут дается? Ну, вот серьезно. Вот это вот в добыче пирата. Оно же очень надо. Оно же прям мотивирует игроков тратить на это самоцветы. Залупа полная. Нахер здесь кулачки? Уже бы тогда тут рудиментами все заменили бы. Вот. Так, что у нас тут еще? Подарки тут. А, войди в игру, получи приз. Я, кстати, этого еще не делал. Ну, значки почета, как бы это реально, это же, ну, типа, никаким образом это поменять нельзя. Всем же очень нужны сейчас значки почета. Вот мне просто хотелось бы посмотреть на этого игрока, у которого проблемы со значками почета, даже на бездонатном аккаунте. Так, это мы забираем. Парящий остров. Вот. И да, у меня нет повторок, окей. И что еще у нас тут есть? Парящий остров, подарки авиара. Фонтан желаний, сокровищница бога грома. А ведь когда-то сокровищница бога грома, это было очень круто. Короче, ничего сегодня вот из акций нету, ни для доната, ни для чего. Потому что сейчас, если зайти здесь, что ты получишь 100 на 100 рудимента. Ну, как бы оно, конечно, полезно, но как-то все-таки получается, что это дороговато. Дорогое удовольствие. А здесь даются... А, это 150, это, подожди, это потрошитель. 150 осколков потрошителя, у меня его нету. И продается он, по сути. Подожди. Потрошитель продается за... Ну, так как бы, да, за 700 рублей. И то, ты как бы его купишь, вот если бы еще давали его целого, да, ну, там... 200 осколков, тогда еще нормально. Здесь много дают, конечно, самоцветов. Но тогда еще нормально. Типа, как бы, сейчас куплю, а дальше где мне эти 50? Где мне эти 50 осколков, скажите, высрать? Они ж не будут продавать по 50 осколков, они там снова будут 150 продавать. Ай, блин, это такая херня, короче. Такая херня, ёб твою дивизию. Как бы, видите, у меня были надежды... Ну, слушай, я думал, что я как-то побольше чего-то попрокачиваю. А по факту я качнул только Фрею. И дальше ее, наверное, логики качать нету. Потому что... здесь у меня тоже повторок нету. Потому что, короче, надо просто всем поначалу качать до того момента, пока не откроются эти созвездия дополнительные. А потом уже смотреть там... у кого есть повторки, и прокачивать каких-то основных героев. На этом все. Кто досмотрел до конца, огромнейшее вам спасибо. Если еще лайк не поставили, пожалуйста, поставьте. Всем удачи, ребятушки, и пока. Сегодня еще увидимся.